Наркогруппировку накрыли на Киевщине, изъяли товары на 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает СБУ Киева и области в Facebook. Группировка специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков, психотропных и прекурсоров. Правоохранители изъяли более 100 килограммов подготовленного к продаже амфетамина, МДМА, ППП и метадона, 5 тонн сырья для изготовления психотропных, оборудование для изготовления товара, 300 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 20 тысяч гривен, полученных преступным путем, говорится в сообщении. Общая сумма изъятых запрещенных веществ составляет более 1,5 миллиона долларов по ценам черного рынка. В состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в 3 собственных домовладениях на территории Киевской области. Ежемесячно злоумышленники производили более 150 килограммов психотропных. Для продажи готового товара дельцы создали 3 интернет-магазина.